Всем здорово, на канале ФКГэмбер. Сейчас проверим бахнюк с метательными, с эфирными клинками. Покупаем противогазы. Берем их в рюкзак через стар. Ну, сколько там вам угодно. Ну, лучше полностью забить. Сколько вы хотите клинков нафармить, столько и делаем. Все, идем к ближайшей турельке. Все делаю в первой зоне. Не знаю, обязательно, скорее всего, не обязательно покупать их. Сейчас вам покажу, я тут чуть надюпал. Ну и главное, чтобы у вас эфирный клинок был в инвентаре. То есть заюзанный, вот он. Ну вот, это я нафармил чуть-чуть. Все, идем к турельке. Находим любую турельку. Ригеля вот такую. Открываем турельку и начинаем делать дюп. Как мы увидим, вот что у нас появляется. Много зомби сагрелось. Ну, то есть, делаем так с каждым этим. Берем противогаз, ложим сюда, получаем эфирный клинок. Неизвестно, сколько этот баг будет еще работать. И также вот забираем. Все, стоим просто и фармим. Все через правую кнопку вот забрали. Положили. Ну, так не работает. Надо, чтобы он у нас именно одетый был. Через правую кнопку с мыши. Все, всем спасибо. Всем пока. Были на канале ФКГэмбер. Прожимайте колокольчик, ставьте палец вверх. Всем счастливо.